Привет, друзья, с вами Артур, и сегодня в ремонте Volkswagen Passat. Капот, крыло, фара меняется, остальное будет ремонтироваться. Но для начала я разберу. Ну что, как бы все разобрал, все, что мне мешает, и первым делом я делаю все измерения. Диагонали, по высоте лонжероны, ну и все остальное. Чем больше измерений, тем качественней ремонт. Тем легче будет проходить ремонт. Итак, начинаем ремонт. Чтобы его начать, мне придется удалить несколько частей. Вот эту, она мне мешает. И кусок верхней полки. Примерно так отрежу я ее. Ну что, поехали. Итак, удалил поврежденные части, которые мне мешают при дальнейшей работе. И теперь я все вытягиваю. Вытягиваю, выравниваю удаленные части. Ну и затем все это сварю.
Итак, друзья, здесь я все отравнял. Теперь я буду равнять вот эти удаленные части. Вот они отравненькие. И затем их приваривать все на место. Причем не буду забывать измерять. Окей, сварочные работы заканчиваю, затем зачищаю сварку, и это место как бы готово. Решил, чтобы сократить время работы и меньше собирать, разбирать, крашу это место и затем примеряю, собираю остальные части переда. Ну что, друзья, работы с металлом закончены, зазоры все на месте, бампер тоже подремонтирован, и теперь мне осталось только покрасить. Разбираю, шпаклюю, грунтую и затем крашу. Итак, машина покрашена и собрана. И вот результат моих работ. Ну, я с вами прощаюсь, друзья. С вами был Артур. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео.